Привет, слушатели и смотрители моего канала Мэйта и Мята. Лето в самом разгаре, и можно сказать, сейчас середина лета по старому юлианскому календарю. В прошлом году написала такое стихотворение с названием «Лето». Каждый год в конце августа я принимаю решение жить по старому юлианскому календарю, который гарантирует продолжение лета еще на целых 14 дней. Ну, в этом году хочется призвать гораздо раньше, в начале августа, праздновать лето, потому что неизвестно, что нас ожидает наступающей осенью и зимой. Заходите на мой канал, комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Всегда вам буду рада. Лето!